Парень пикнул Джиггернаута. Видишь, что с ним стоит Тейчес, и видишь, что он против Тимбера Мирес. Что он от меня хотел? Я даже не представляю. Байкер. Что делать, друг, скажи? Качай лес. Давай. Качай лес, сплить. Качай либо лес, иди наверх, где вон ты на мидре. ХГ если тут отстал и выбил. ХГ дефаем. ХГ дефаем. Все, что ниже, нет. Заткнись нахуй, пожалуйста. Зачем ты спрашиваешь меня, если ты потом так отвечаешь? Потому что ты бот. Расслабься. Иса? Ты серьезно ласпикал Джиггернаут об этом вот все, и что ты выговариваешь? Я честно тебя не понимаю, если честно. Ты больше похож на бота даже, чем я, который безумно пикает, но в начале. А ты на ласпик берешь Джиггернаута, который ничего не может сделать с таким пиком на старте. И ты не понимал по нашему драфту, что нас друг будут давить, понимаешь? Я никогда в жизни ничего не смогу сделать, ты просто не игрок, ты ужасен. 2 hours later. Ха, тут же парень, поехали. Вот сейчас попробуем с этим парнем разобраться. Все, можешь кидать на меня, Пэлла, он умрет. Хорош, хорош. Камень. И час расклада. Сейвы стон про доска. Настоящий. Понимаешь, у него два раза подряд был ласпик, он два раза пикнул полное фуфлище просто. Если первый раз он мог винить нас, сейчас я не знаю, кого он винит. До свидания. Научись пикать. Капитана нет. Парень играет за профессиональную команду, типа он представляет дек, и он такие вещи выписывает. Новость номер один. Команда Forza распустила свой состав по Dota 2. Новость номер два. По инсайдерской информации от Вилата, команда Forza штрафовала игроков весь состав на половину зарплаты. И новость номер три. Лукойл оштрафовал Forza на 1 миллион рублей. Так что, ребята, мы только что улучшили с вами комьюнити Dota 2 на 1 миллион рублей.